Здравствуйте, уважаемые телезрители! Меня зовут Индит Игорь Павлович, я врач-невропатолог. Сегодня мы с вами поговорим о кластерной головной боли. Кластерная головная боль – это одна из форм мигрени. Это высшее проявление боли. В переводе с английского «кластер» – «концентрировать», «окружать» – подчеркивает само название данного заболевания. Это выраженная локализованная головная боль. Она настолько интенсивна, что доводит некоторых больных до суицида. Эта боль носит кратковременный, острый, выраженный характер. Как правило, она протекает в виде приступов, коротких по 15-20 минут. В этот момент он не реагирует на окружающих. Возникает выраженная вегетативная реакция в виде крика, плача. Поэтому кластерная головная боль сама по себе является достаточно грозным заболеванием. Кластерная головная боль возникает вследствие, в первую очередь, нарушения вегетативных процессов в головном мозге. Это гипоталамус, это гистамин и это тройничный нерв. Кластерная головная боль, как правило, возникает у людей среднего возраста. Это люди от 30 до 50 лет. Разницы между мужчинами и женщинами нет. Причина кластерной головной боли – это в первую очередь поражение тройничного нерва и нарушение функции нейромедиатора гистамина. Поэтому при лечении данного заболевания используют препараты, которые называются триптаны. Кластерная головная боль настолько интенсивна, что она может лишить человека трудоспособности. Поэтому вам необходимо обратиться к врачу, чтобы вылечить этот недуг или максимально снизить проявление данного заболевания. Врач-невропатолог – это тот специалист, который непосредственно занимается лечением кластерных болей. Химические вещества под названием триптаны являются основой в лечении данного заболевания. Поэтому правильное использование и применение данного препарата позволит вам не только уменьшить частоту проявления кластерных головных болей, но а также и избавиться от этого заболевания. В лечении заболевания используются и другие лекарственные препараты, поэтому необходимо тесное взаимодействие с доктором, в первую очередь доктором-невропатологом, для лечения данного заболевания. Не затягивайте ваш визит к специалисту, будьте здоровы, всего хорошего, до свидания.